Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено моим первым новогодним подаркам. И подаркам, можно сказать, что подарки поменяшки, живые такие, после нашей встречи в Ярославле 17 декабря, что случилось как раз вот, это отсылка видео про Аками, с Еленой Снегиревой и Анастасией Лукьяновой. В общем, если вам это интересно, да, кстати, отсылка на Аками будет еще и в самом видео, то оставайтесь со мной. Начну я, пожалуй, с общего подарка. Как раз вот я про него тогда говорила в своем видео про Аками. Так, сейчас пакетик упадет. И да, я совсем забыла намарафетить ногти. Я думаю, вы мне это простите. Просто у меня несколько ограничено время, и я хотела еще записать при свете дня, но получилось, что записываю при свете лампы. Всем та-дам! У меня теперь есть настенный календарь на следующий год с Happy и с Fairy Tail. Дико обожаю это аниме. Я очень надеюсь, что он вошел в кадр. Тут есть такая дырочка, можно прибить гвоздик и повесить. Так, он вот сюда у нас пока пойдет. В общем, начну я, пожалуй, обзор подарка Насте Лукьяновой. И, соответственно, почему с него? Потому что у меня на губах сейчас помада. Это вот самое интересное, что я ехала в Ярик, хотела купить себе палетку, но когда стала собираться в день утром до автобуса, залезла в свою косметичку, увидела кучу помад с блесками и поняла, что именно те цвета, которые мне хочется, у меня уже есть. Но тут еще именно тот, который, в общем, у меня есть бальзам, блеск для губ от Насти Зарецкой. Привет тебе, если смотришь меня. И он очень сочетается, как выяснилось, с помадой от Faberlic, от Насти Лукьяновой. В общем, они у меня сейчас вместе на губах. Так. Первое мне досталось, попалось что. Это у нас бальзам для губ и фраше мандарин и корица. Это из новой новогодней лимитированной коллекции. Вот он вот такой запакованный, запаянный, точнее, ну тут в этой слюде. Я его пока открывать не буду, потому что у меня пока еще живой, где-то наполовину израсходованный. Апельсин и миндаль, кажется, тоже Ифрашевский. Год назад с Аленкой покупала в Ярике. Тоже новогодняя коллекция. Вот он как раз у меня сначала этот бальзам, потом у меня эта помада и потом у меня этот блеск для губ. Так, кстати, начала пользоваться вот именно помадой или бальзамом поверх вот такого бальзама, типа гигиенички. Именно благодаря видеообзорам Аленки и Елены Снегиревой. Ну и да, ссылки на каналы девчонок будут в инфобоксе под моим видео. Так, это у нас бальзамчик такой. Так, это та самая помада. В общем, я попробую сделать свотч на своей полузагоревшей смуглой коже. Вот на кожу она ложится классно, на руке. Губы у меня в последнее время что-то сохнут, при девчонках я тогда в кафе, мы сидели в ауре в этой, в банеке, она на сухие, у меня жутко сохнут губы, в общем, на эти сухие губы она не очень хорошо ложилась, но когда я воспользовалась подобным бальзамчиком, она вот шикарно просто наносится. Ну, я не знаю, увлажняет она, не увлажняет, но очень приятно на губах ощущается и как-то не лишнее. Ну, иногда вот помаду наносишь, и такое ощущение, что, блин, вот побыстрее бы ее стереть. В общем, вот такой вот цвет. И сейчас скажу номер ее. Номер это у нас 41042, Faberlic. Вообще первый раз пользуюсь помадами Faberlic. Не то, чтобы я там как-то, ну... Одно время у меня была знакомая, которая занималась Faberlic года три назад, она это показывала, и вот у нее какие-то цвета такие подбирала, что мне всегда казалось, что она так какую-то гуашевую краску на себя наносит, или масляную, или что-то такое, ну, в общем, дико неестественное. И меня что-то тогда вот первый раз у нее увидела, и навсегда это отбило. Мне так казалось навсегда, но вот благодаря Насте у меня есть возможность попробовать эту помаду от Faberlic, она мне очень нравится, пока что нравится. Я думаю, что я в ней не разочаруюсь. Так, следующая у нас баночка Organic Kitchen. Крем увлажнение для лица, свежий белый виноград и органический камчатский подснежник. Только пищевые натуральные консерванты. 100 мл, без парабенов. Organic Shop. В общем, я такие баночки видела у Насти Зарецкой в обзоре. И, кажется, у Насти Лукьяновой тоже, еще у кого-то на YouTube. Возможно, у Аленки, точно не помню.
Если вдруг кто-то из вас троих про это не снимал, напишите мне в комментах. Но, по-моему, вы все это как-то... В общем, я его пока не открывала, и у меня пока еще есть крем с розой от чистой линии от Насти Зарецкой. Ну, и он у меня пойдет, вот этот крем в запасике, но я обязательно его попробую, кстати. Нет, не буду пока открывать. Потом, если будут, ну, когда начну пользоваться, кому-то будет интересно, то я могу записать видео и скажу свое мнение. Либо же уже потом скажу в пустых баночках про него. Весна, пора пробуждения, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, тут это, в общем, все такое рассказывается. В общем, буду с удовольствием пользоваться. Спасибо. Потом, вот такая замечательная, красивая баночка с животными. Вот у кого из нас, не помню, видела в обзорах, но точно помню у кого-то, или у Зарецкой, или у Лукьяновой. Именно вот эти вот баночки такие красивые с животными. Это у нас Natura Siberica биоскраб для тела. Жгучий имбирь, дикий сахалинский перец, красная пихта. Не знала, что пихта бывает красной. Чистотел, вулканическая соль. В общем, буду с удовольствием пользоваться. У меня открытый пока есть скраб от Avon из планеты Spa. Но я думаю, я это тоже вскрою и просто буду чередовать, если что. Тут 180 мл. И да, я его еще пока не вскрывала. Вот у меня всегда... А, во! Нет, я сейчас, наверное, и не вскрою. Ну ладно, в общем, я думаю, что я его потом вскрою, заюзаю и уже расскажу о нем в пустых баночках. Так, вот это вот такой вот у меня петушок. Это у нас гель-пена для душа с ароматом жевательной резинки. Самое прикольное, что я где-то у нас в магазинах видела вот именно такую вот пену, и тогда что-то думала купить. Но как-то это походила по магазинам, в результате то ли забыла купить, то ли... В общем, не купила. Ну и не зря, вот теперь есть такая пенка. И я ее в ближайшее время, конечно же, с удовольствием запользую. Тоже спасибо большое. Еще у меня теперь есть календарик от Faberlic. Ночной букет, если ничего не изменяет мне тут с мозгами моими. Арт 77390. Не знаю, это был номер или просто арт. Ваш персональный консультант. Такая тут симпатичная девочка. И душки. И ночь такая. Так, раскрою секрет. У меня такой же, ну не такой же, но тоже фаберликовский календарик есть от Аленки. И тут у меня трафарет для французского маникюра. Пинкап. И тоже, конечно, в принципе, когда у меня будут они более-менее ровные, эти ногти, в смысле ровные отрастут, а не один больше, другой короче, то я, соответственно, их с удовольствием запользую. Тоже большое спасибо. Так, и еще тут у меня новинка. Вот, девчонки зашли в Ифраше магазин, я там уже была, и как раз взяла эту грушу, и мне Настя говорит, поставь, у меня тут типа тебе будет она. В общем, это новинка лимитированной коллекции Ифраше для душа и ванны. Груша в шоколаде, 200 мл, сделана во Франции. Слушайте, так божественно пахнет. Вот сейчас вот дома чувствую и шоколад, и грушу. А в магазине мне показалось, что она пахнет вот груша в сахаре, или как-то там карамельная груша, когда как-то у Ифраше такое было, вот именно запах этой карамельной груши. С удовольствием буду пользоваться. Ну и, соответственно, спасибо большое, Ифраше. И последнее тут, да, кстати, вот такой замечательный пакетик. Я все боялась, что он не выдержит это все, потому что я туда еще загрузила свою небольшую покупочку из Ифраше, которая будет в отдельном обзоре, потому что я думаю, что у меня просто не вместится и во времени, и сейчас я не успею это записать. Это у нас Faberlic, кислородный баланс, непревзойденное матирование, абсорбирующий тоник. Буду с удовольствием тоже пользоваться. У меня сейчас пока еще есть мицеллярная вода, но я ее вместо тоника пользую, от Nivea. Но она уже подходит к концу, я думаю, будет в пустых баночках декабря, а этот я начну уже с января. Тут 200 мл. Что у нас тут? Тонизирует, освежает кожу, успокаивает мелкие очаги воспаления, активно матирует в течение дня, увеличивает эффективность последующего ухода. Для жирной комбинированной кожи. В общем, он мне нравится, он мне уже нравится. Будем тестировать Faberlic дальше. В общем, спасибо огромное Насте за подарки такие. Ой, у меня упал этот гелик. И чуть не придавило мой будильник, на который я опять забыла засечь время, сколько я тут уже болтаю. Так, пакетик пока сюда идет. Тут сейчас у меня будет пакетик от Елены Снегирёвой. Там два продуктика я уже запользовала. Причем в день приезда с Яриком. Так, тут у меня такая замечательная открыточка. Аленке, счастливого Нового года.
что внутри, не скажу. Вторичное. Такс. Потом. Вот такой шампунь. В общем, получилось так, что она спросила, что я хочу. И сказала, что, ну, можно бы шампунь какой-нибудь, если у нее есть. У нее как раз вот... Я ни разу не пробовала шампунь Oriflame. Это молоко и мед, который у нее был в обзоре. И вот я им первый раз приехала вечером, помыла волосы. У меня на следующее утро они еще были пышные. Очень приятный аромат, тут из флакончика, я не понимаю, чем конкретно пахнет, но приятно. Но вот на волосах именно вот такой молочно-медовый, в общем, очень классный, он мне понравился, хорошо промывает волосы. И я его, правда, пользовалась с бальзамом, который у меня там стоит от знахаря. Но я думаю, можно попробовать и без бальзама как-нибудь. В общем, огромное спасибо за возможность попробовать, протестировать орифлеймовские шампуни. И пока у меня вот орифлеймовский шампунь, вот чисто с первого мытья волос, он мне больше нравится, чем, допустим, эйвеновский шампунь. Так, тут у нас вкусняшка от Faberlic. Beauty Cafe, штрудель с мороженым, молочко для тела. Вообще, я очень люблю штрудель с мороженым, но из-за того, что это долго-долго болело с горлом, и мне в ближайшие недели две, наверное, все еще как-то рискованно лопать мороженое, из-за чего видос с конфетами... в составе которых мороженое откладывается, не знаю, на месяц, но где-то так. Вкусненько так пахнет. Штрудельком с мороженкой. Ну и, соответственно, я буду с удовольствием пользоваться. И да, вот тут этот номер 2258, если кому-то нужно. И тут я забыла сказать номер у этого тоника 0211. Это да, тоже если кому-нибудь интересно. Так, что у нас там дальше? Вот этот гель «Зима» от Faberlic, я его тоже протестировала в первый же день, когда приехала. Я что-то так очень тепло оделась, ну, лишь бы не замерзнуть. Как говорила моя бабушка, пар костей не ломит, да, и я приехала, в общем, дико вспотела как домой. И первым делом залезла в душ. Это крем-гель для душа «Зима». Знаете, я не знаю, как вот передать аромат. Ну, такой нежный, в общем, кремовый какой-то такой вот, очень вкусный аромат. Не знаю, с чем сравнить, но вот именно как гель для душа, он в душе вот такой шикарный, он так хорошо пенится, как я люблю. В общем, огромное спасибо Аленке, и номер тут 0911, тут 200 у нас миллилитров. Я его с удовольствием буду пользовать, начала уже. Так, что это у нас? Это у нас календарик от Faberlic, про который я говорила недавно. От Аленки, 2017 год, 77389, кстати, а не как... Все-таки у них номера арта разные. Не знаю, с чем связано. Может быть, это номер календарика, по которому этот календарик можно заказать. Тут у нас мыло, яблоко и корица. О, Насте Зарезко бы, наверное, понравилось, потому что вот эта корица, насколько помню, она любит корицу. Это у нас действительно пахнет прямо через упаковку. Кстати, о, у меня как раз сегодня буквально закончилось какое-то там обычное мыло. И вот я думала, то ли... последнее самопальное мыло от Насти Зарезкой открыть, то ли зайчиком там каким-то, то ли вот еще чего-то. И у меня, кажется, вот это вот мыло, я и забыла совсем, что оно у меня будет в обзоре, что у меня откроется мыло. Так, это у нас кто? Это... Так, короче, оно сделано в Польше. Что за фирма, я не очень пока поняла. В общем, я его даже сейчас, наверное, открою. Такая вот звездочка. Я его даже, наверное, так совсем вскрою. В общем, очень вкусно пахнет. И корица, и яблоком очень чувствуется хорошо. Так, тут у меня 100 рецептов красоты, крем для ног смягчающий. Золотистая тыква, кукурузное масло. Эффект с первого применения, номер один на рынке. Сейчас, кажется, я чихнул. Короче, концерн Калина, 80 мл. Буду с удовольствием пользоваться. И еще у меня тут, еще один бальзам, уже от Аленки. Это у нас кто? Это у нас кто? Это у нас Oriflame. Чем-то таким тоже сладеньким пахнет. Ну и как Аленка сказала, все как раз для зимы такие. Зимние ароматы сладенькие. Кажется, оно с маслом алмонд. Это у нас миндаль, с маслом миндаля. 4,5 грамма. В общем, буду пользоваться, когда закончится мой... Ивраширский, и, а может быть, попеременно тот и тот. Или какой-нибудь будет таскаться в сумочке, какой-нибудь будет на столе в ожидании очередного обзора, чтобы попасть под помаду или блеск.
И еще у нас тут крем для рук от Oriflame, тоже от Аленки, естественно, 75 миллилитров. Оранжевенький. Нам не сказала, как раз вот такой новогодний. Кстати, он сам по себе такой оранжевенький. Смотрите. Ой, блин, у меня ж тут помада. Вот так тогда разотру. Цитрус там таким вот тонким пахнет. И, слушайте, он так хорошо впитывается. Я не знаю, был ли у меня когда-либо крем от Oriflame. Но если не был, то вот я им буду пользоваться. С удовольствием. И, в общем, вот такой у меня обзор. Я надеюсь, я вписалась во время. Если вам он... Если вы досмотрели его до конца, вам по-любому он должен быть интересен. Потому что тут столько всего, и оно все такое вот, ну, новогоднее, радостное. Первые подарки перед Новым годом за 2 недели аж. И, соответственно, тут столько всего полезного и интересного. В общем, если вы досмотрели это до конца, то я очень рада. Ну и думаю, до новых встреч. Я постараюсь вечером записать видео про свою маленькую покупку в Эфраше и выложить, наверное, сегодня. Пока!